Подожди, все, это только начало. Это только начало, вон они пошли. Красиво. Высокие. Ой, красивые девочки. Сейчас. Красиво, Валя, как красиво, да? Очень красиво. Ой, какой водопад. Вау, Лариса. Какая здесь красота. Вася, тут люди так и ходят. Кто хочет, да ходит. Да, потому что мы когда шли, мы тоже. И там на речку тоже. Вот. А там десь дальше будет одна трупа. Ну, одна. Он сказал, якийсь будет надо позначить. Стрелки. Где она пока? Я так думаю, что они вот в этом месте где-то. Очень круто. Какие камни. Вау, как красиво. Какой камень огромный. Вау, а ты подпираешь. Держи хорошенько, чтобы не упало. Вот так, а это я. Ай. Ой, какой красавец. А там кусок отвалился, прямо вывалился. Вон он, красавец. Вау. А здесь он шумит. Люда, куда мы пойдем? Вот так сюда, правильно? Чудесно. Ноги.
нужно будет забраться. Вот здесь, по этим камням. И потом... Вот, ну как мы? Поднялись хорошо, да? Скрамбаем между этими камнями. Вот, Люда отдыхает. Улеглась уже на горячем камне. А вон там стрелка. А нам вот так наверх. Правда, Лариса? Ну, герой! Слава Богу, Господи! Ты даешь нам ноги, как олени. Окей. Окей. Ну, давай, Лариса. Вперед, скользко держись за кусты. Вот, вот это дерево и дальше. Вот, а я здесь еще. Вот я. А вон waterfall. И вот такая красота. Вдали снежные горы. Вот так мы поднялись высоко. Вау! А нам еще вон аж куда. Пошли, Люда. Так, мой черед. Вон, я была там, где вот этот. Мы были все. И вот мы скрамбали поэтому. И вот здесь такое дерево. Ложбина такая, Лючка. Да. Вот это храбкайся, хоть и на четвереньках, хоть как, все равно нам надо достигнуть вершины. Молодец, молодец, чудесно, чудесно расчудесно. Слава тебе, Господи, за эти высоты, за эти красоты и за эти достижения, которые ты даешь нам возможность. Были там. Вот в обход. Зеленая, синяя, голубая стрелка. Вон люди скрамбают. Палки мешают. Ну, я не оставляла палки. Я держала в руке и палки, и вот здесь вот такой. Я думаю, мои гипсы пройдут. Пройдут. Хотите мои палки, кстати? Ну, я пока их не достала. Не знаю. Тоже не знаю. Дядьку спросила. Вот Люда теперь пробирается через это. Это называется... Бочком, вот, Люд, бочком. Скажи, дымоход. Вот это дымоход. Чинный. Да, хватайся за уступы. И да. Давай. Да. Чинный. Что? Тебе оттуда плохо будет идти. Хорошо, да. Вот это ямой. Нормально. Да. Шли. Вот это место. А теперь вот девочки скрылись.
Это наша дорожка. О, мы еще выше, горы видны лучше. Вон, а Хорстейл пошел. Вот. Вот так мы далеко забрались. Мы сейчас перекусываем. Люда где-то там впереди. Ой, какое дерево, ты посмотри, какое огромное. А ты знаешь что? Это секвойя. Может и секвойя. Или седр. Вот они, вот они кругом здесь. Ага. Вот он! Вот он уже! Вот здесь мы поднимаемся, карабкаемся по этим камешкам, Люда. Мы на такой высоте. У нас перебит, перекус. Вот она, верхушка. Горы. Вау. Вот они. Мы спускаемся. А это еще не все. Это Хорстейл. Ай, Люда! А это я. Вот такая красота здесь. Мы наверху. Хорстейл. Вон пирамид. Я так думаю. Сейчас я буду купаться. Avalanche Lake. Ой, вот это мечта! Вот это моя мечта! Это была моя мечта! Мечта пришла! Ой, слава Богу! Господи, слава тебе! Господи, слава! О, ты даже не мечтала! Нет? Не сегодня, в общем, мечтала! Как? Вот это моя мечта. Да, вот твоя палатка будет стоять вот там на том. Так, а твоя где? Маленькую надо. А я с тобой в одной. Хорошо, согласна. У вас сколько мест? Согласна, кто кого перехрапит. Сколько у вас мест? Палатка. Два. Вот это да. И главное, представляешь, как... Вот, это Пирамид Пик. Это Пирамид Пик. Люда, это Пирамид Пик. Ага.
Вау! Вот отсюда! Но вот это да! Вот отсюда берет начало вот этот крик. Это пирамид Крик, а то наша любимая гора. Ай-яй-яй, какая красота! Это пирамид Пик. Вот. Это Avalanche Lake. Вот это да! Это да. Вау. Ну, пирамид Пик. Я иду по этому стволу дерева. А там пирамид. А, это пирамид Крик. А впереди пирамид Пик. Ха! Люда! Благодать какая! Какая красота! Это сказка. Стоило, правда, Люда? Какая красота! Здесь этот пирамид Пик изумительный! Какая здесь красота! Аминь! Господи! Ой, какая красота! Я такого еще не видела. Слава тебе, Господи! Ой, какое чудо! Какое сегодня? 3 июня? Да, сегодня 3 июня. И это можно сказать... Это Ларисин бёрздей празднуем! Аллилуйя! Лариса, твою бёрздей! С днем рождения! Это он. А это, по-моему, Ралстон. Вот нам надо еще на Ралстон подняться. Да. Где-то вот здесь, вот недалеко. А за ними... А нет, в эту сторону справа будет... Пирамид Пик. Пирамид Крик. Сейчас 5 часов. И мы должны возвратиться назад. Вот за этим холмом. Начинается Хорстейл, водопад. Красиво, да? Хорстейл, Крик-фоллс. Вот мы дошли до основания. Avalanche Lake, пирамид Крик. И идем домой. Домой. Длинный путь. Вот он, красавец. Хорстейл. Вау!
Какая красота! Солнце уже. А тут посмотри, какой вид! Ха-ха. Лариса! А тут какой вид! Вау! Да! Вот бёрзды у тебя! Вау! Запомнится! Запомнится! Вот это да! 20. Мы все 25-летние, правда, Люда? Молодые! На ходу молодеем, вот что! А, город молодеет! Были там. Вот мы прошли уже. Здесь он спускается. И мы Explore New Road! So far, so good. Это мои. Это будет мой трейл. И я. На том камне приходится вот так. Да, садиться. И спускаться. Да. Только бы нам не поехать. Вот это настоящий хайк. Это даже не хайк, а скрамблинг. Здесь он поворачивает, и вот мы по ребрам, по этим ребрышкам. Солнышко уже село. Лите, Господа! Хвалите Господа, хвалите Господа, все народы, прославляйте, прославляйте, прославляйте Его, прославляйте, прославляйте, прославляйте Его, все племена. Ибо до небес, ибо до небес, ибо до небес, и милость Его к нам, истина Господня пребывает вовек, истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аминь. Вот Аваланч. Вот Рапи Лейк. А дальше Бачики Лейк. Ты, наверное, еще перекрасно. Вот Пирамид Лейк. Desolation Channel Lake. Алоха Лейк.